Право района Северный. Это 836. Я перепутал, думал, нужный мне маршрут 909. В Биберево пока не планирую. Хочу в на Осташковскую улицу. Часть до метро Алтуфьево, часть рейса. Хорошо. Спасибо, что предупредили. Буду знать. Ветер. И тут в северном в этом реально холодно. Я стою тут минут 5 и уже замерз. 3043. Ничего себе, сколько маршрутов там. Это местный какой-то. Первый микрорайон, там четвертый. Что, открывать не будем? Биберево только что был. Ну, там остановка следующая. Что-то вообще, ну как? 100 метров? Зачем так делать? Из-за того, что здесь управа, поэтому... Ну, не знаю. Пока паузу нажму. Пока стою, жду. Но в северном, по северному, северно. Пауза. Снова не наш. Ненужный мне маршрут. 836-х много чего-то. Ладно, продолжаем вести наблюдение. Опять пауза. Да вот и мой, кажется. Да, 909. Девушка, красавица. Вагона автобус следует по маршруту номер 909. Пожалуйста, приложите ваши документы и социальную карту.
наш билет, это подтверждение, что поезда доставляют. Следующая остановка 9-я Северная, 17. Проезд в городском транспорте... Ничего не сделает. Пожалуйста, не снимайте средства защиты для выхода из автобуса. Остановка 9-я Северная, дом 17. Ладно, я постою. После холодной улицы приятно зайти в теплый автобус. Следующая остановка 21-й. Ну, теперь я на своем месте, любимом коронном. Едем на Осташковской улице. Остановка 21-й километр. Следующая остановка улица генерала Артемьева. Дорогие москвичи, из-за тесного контакта с другими пассажирами и длительного нахождения в транспорте существует высокий риск заражения коронавирусом. В Москве наблюдается рост заболеваемости и госпитализации. Управление Роспотребнадзора по городу Москве просит: носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию и пользуйтесь санитайзером. Берегите себя и окружающих пассажиров. Thank you.
Остановка улица Генерала Артемьева. Следующая остановка МЦД Леонозова. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. Обо всем забудьте сейчас и подождите на предметах, не трогая их, сообщайте водителю. Thank you.
Остановка МЦД Леонозово. Следующая остановка метро Алтуфьево. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Народу много чего. Двадцать второе декабря. Вторник.
Алтуфьево. Следующая остановка – метро Алтуфьево. Остановка метро Алтуфьево. Следующая остановка улица Люскова. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, билет и социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Thank you.
Остановка Селевского. Следующая остановка Отделение фабрика. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. С 13 ноября в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанционное обучение. Приостановлен льготный проезд по социальным картам москвича и жителя Московской области для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников с 6 по 11 классы. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома.
Материнная фабрика. Следующая остановка – метро Медведково. Уважаемые пассажиры, при выходе из автобуса не забывайте свои вещи. Обо всех забытых вещах и подозрительных предметах и удобрений сообщайте водителю. Остановка метро Медведково. Следующая остановка Осташковская улица.
Остановка Осташковская улица. Конечная. Вот и закончился 909 маршрут. Как бы мне теперь к Медведково вернуться? Пойду через дворы, наверное. Коковозик сломался. Тут тоже вот у них зарядная станция. И вообще... Быстро темнеет, жалко. Сейчас все, через полчаса уже будет темно. Пары поездок и все. Сейчас, может, пару остановок проеду. До метро. Сейчас до елочки посмотрим еще. Бонус такой. Все-таки скоро Новый год. Едем в Ашан. Автолайн Мытищи. Ну, кстати, я так понимаю, остановка вон там. Или до кожаной фабрики, до этой кожгалантерейной доехать. И попробовать еще трамвай зацепить до ВДНХ. Не знаю, темно ли будет, не темно. Тут нужно ждать. Нажимать или не нужно нажимать? Или сейчас все переходы с нажиманием? Нажму.
Посмотрим, все равно там пробка. Украшенный электробус. Да, все равно туда. Не двигается ничего. Правда, не очень сейчас встал на пешеходном переходе. Что-то иллюминацию пока не включил праздничную электробус. Так вот это вот, наверное, и будет. Троллейбусы, трамваи будут украшать. Да, тут не в Митино. В Митино он нажал на кнопочку. Буквально за 5 секунд сразу все тормознулось, а тут. Еще и подождать придется. Сколько же тут маршрутов-то вообще? Автобусы один за одним еду. Движуха какая. Широкая улица. Ну и название вообще широкое. Ладно, поеду я дальше. До скорого. Увидимся.